Когда вы Бориса Борисовича Гребенщикова упомянули, я вспомнил, что в одном из интервью, может быть, эпатажа ради, не знаю, вы сказали, что вот Гребенщиков – это гений, а вот Мик Джаггер, он работает на старых дрожжах, что ли, или не помню. Или на... Мик Джаггер? Да. Может быть, все-таки Пол Маккартни? Нет, нет, был точно нет? Мик Джаггер, да. Вопрос. Но вот, я во-первых, сопоставление вот этих двух людей, которые, мне кажется, в разных жанрах работают. В разных жанрах, да. Я не помню, почему я их сопоставлял, поэтому я, с вашего позволения, перекинусь на Пола Маккартни. Они практически одновременно с Борисом Борисовичем выпустили альбомы. Ну, Маккартни, конечно, постарше, да, лет на 10, по-моему, чем БГ. Он 43-го года, а Борис Борисович 53-го. Ну, 10 лет. А, да. Бинго. Да. И когда вышел вот, так сказать, последний на сегодняшний день альбом Пола Маккартни, одновременно что-то выпустил БГ, и мы ехали откуда-то куда-то с несчастным случаем, там из Кызыла в Орду, как-то на автобусе, и вот последовательно послушали одно и другое. Я сказал, что вот-вот у БГ, блин, просто все живое абсолютно. Все, вот просто человека прет, и он пишет какие-то новые штуки. А Маккартни, хотя и великолепен, но вот прямо слышится такая старческая уже нота, ну прямо вот. То есть БГ поет о жизни, а Маккартни о скорой смерти. Вот по ощущению. Что я там лепил про Джаггера, я не помню. Простите, пожалуйста.